Добрый вечер, дорогие мои друзья! Сегодня вечер перед Старым Новым Годом. И мы отправляемся в таинственный лес. Все как в сказке. Превратилось в царство Снежной Королевы. Под ногами зловеще блестит, искрясь от красок заката и поскрипывает снег. Все внезапно смолкает кругом. Становится темнее и темнее. Деревья сгруппировались, превратившись в каких-то чудовищ. В лесу стало одновременно красиво и страшно. Старожилы зимнего царства будто протягивали свои черные ветви руки. Слышится жуткий скрип. Это одно из чудовищ переходило с насиженного места на другое, и сухой сучок заскрипел под его ногой. В небе стали зажигаться первые тускло светящиеся звезды. С каждой минутой они становились все ярче и ярче. Казалось, протяни руки, и можно дотронуться до них. Дорожка, чуть-чуть занесенная снегом, убегала вглубь леса. Все вокруг было сковано тишиной. Призрачно-темные омуты неба пугали. Зимние сумерки завораживали своей неземной красотой. Наступало самое таинственное время, когда обволакивающая торжественная тишина природы овладевала всем существом. Зимняя сказка продолжалась. Это просто невероятно! Да чего же красив наш русский лес! И особенно в зимнее время, в таинственные сумерки. И, конечно, позавидуют те, у кого не бывает такой зимы, как в нашей вятской глубинке. Каждый вечер с наслаждением мы гуляем по этим удивительным тропинкам, где проложена лыжня, где просто протоптана людьми за целый день, и вкушаем прекрасный зимний запах этого леса. Будьте здоровы и счастливы!